Metāla apstrādes un metāla vairumtirdzniecības akciju sabiedrības Severs Steillat rūpnīcā atklāta jauna iekārta, kas ražos augstas kvalitātes tērauda produkciju Eiropas Savienības valstu tirgiem. Jaunā ražošanas aprīkojuma uzstādīšanā tika ieguldīti 2,8 miljonu eiro. Jebkura investīcija, tas pirmā kārta ekonomika, tā ir pazemē tam savdabīgam optimizmam. Tā, ka uzņēmums tic savai nākotnei, tic saviem darbiniekiem, savai vadībai. Tas nav tāds business as usual, tas ir apliecinājums tam, ka lietas notiek. Это очень хороший пример сотрудничества российского и латвийского бизнеса. И несмотря на все сложности, которые есть и в политической среде сейчас, да и в металлургии в целом, в мире непростые времена, вот когда занимаются профессионалы делом, то у них получается. Поэтому такие примеры говорят о том, что потенциал для развития сотрудничества между нашими странами в области экономики у нас есть, и он не стоит на месте, он развивается на примере этого предприятия. Jauno ražošanas līniju pēc īpaša Severs Steillat pasūtījuma ir izgatavojis Itāļu rūpniecisko iekārtu ražotājs. Tā paredzēta karsti vēlmētu 12 mm biezu tērauda ruļu pārstrādē loksnēs, kas sniegs uzņēmumam iespēju apgūt jaunu tirgus segmentu. Возможность установки этой линии пришла к тому, что сегодня потребность наших клиентов не в стандартной продукции, а в специальной продукции, то есть различные длины, различные ширины, то есть то, что необходимо конкретно для их производства. Они за это готовы платить деньги. Это дополнительный сервис. И вот в связи с этим появилась идея поставить такую линию для того, чтобы стандартный продукт завода получил новые свойства, пришел напрямую к клиенту и заработал больше денег. Pašreiz Severs Steillat Metal Service centrs ir viens no labākajiem pasaulē. Rīgā atklātā ražošanas līnija ir unikāla un tāda nav pat mātes uzņēmuma mītnes vietā Krievijā. Uzņēmuma investīcija projekts palielinās Latvijā ražotās paaugstinātās pievienotās vērtības produkcijas eksportu. Инвестиции дадут не только оперативность в выполнении заказов клиентов, да, ну и дадут более широкие горизонты в части продаж. Да, то есть новые клиенты, о которых мы отвечали не только в Латвии, но и в странах Европы, да, то есть, например, Европа или страны Скандинавии. Поэтому здесь, конечно, новая номенклатура. Зачастую клиенты хотят пакетных предложений, да, то есть хотят и купить, там, например, трубу, лист и так далее и тому подобное. Здесь чем шире номенклатура, тем больше возможности удовлетворять клиентов полностью запрашиваемые его объемы номенклатуры. Kopš akciju sabiedrības Severs Steillat ražošanas darbības uzsākšanas Latvijā 2000. Gadā kopējais biznesa attīstībā ieguldītais investīciju apjoms pārsniedz 40 miljonus eiro.